получал письма? Никогда. Что, совсем-совсем? Совсем. Симка, Нолик, смотрите, почта! О, ребята, кажется, у меня возникла идея. Все за мной! Ух ты! Настоящая почта! Да! Обрати внимание, эти письма ждут адресаты. А кто такие адресаты? Адресат – это человек, который получает письмо или посылку. Симка, Нолик, тут столько писем! И мастеру стройки, и мастеру пекарни. И даже мастеру МЧС. Да, ребята, тогда нам нужно срочно доставить эти письма. Итак, я вижу форму почтальона. Ага. Угу. Так. Оп, давай. Вот. Оп. Угу. Молодец. Так, ага. Кубки почтальона. Так. Оп. Оп. Письма. Так. Угу. Так, вот. Угу. Тебе, Нолик. Оп. О! Друзья, пора бежать. Адресаты ждут! А? Побежали! Вперед! Давай! Вот и все. Все письма доставлены. Ну, Нолик, не все письма еще доставлены. У нас есть еще одно письмо. Только мы не знаем, от кого оно. Но написано, что Нолику. Это мое первое письмо. Ух ты! Ну что, малыш, тебе понравилось? Тогда нажми на экран и смотри дальше!